Приветствую всех на моем канале «Товары с Китая». Меня зовут Вячеслав, и перед вами три популярных смартфона Infinix, Tecno и Realme. Сегодня я сравню их в тесте Antutu Benchmark. Я знаю, что многие из вас доверяют этому тесту, и, возможно, кто-то из вас при выборе смартфонов решит, какой из них купить. Итак, у нас Infinix Note 30i, Tecno Spark 10 Pro и Realme C55. Все три смартфона примерно в одной ценовой категории. Если ты пользуешься одним из этих смартфонов, поддержи это видео лайком. А я хочу вам напомнить, что у нас Infinix Note 30i на процессоре Helio G85, а Tecno и Realme на процессоре Helio G88. У Infinix память 8 оперативки и 256 встроенных, у Tecno Spark 10 Pro 8128 и Realme C55 8256. Итак, давайте включим программу Antutu. И обратите внимание, везде версия Antutu Benchmark V10.0.5. На всех трех смартфонах одинаковая версия Antutu. Ну и давайте запустим одновременно этот тест. И включаем секундомер. Все, время теста у нас пошло. Итак, друзья, результаты перед вами. Первый финишировал Realme C55, буквально через пару секунд Infinix, и последним пришел к финишу Tecno Spark 10 Pro. На первом месте по тесту Antutu Realme C55 284 тысячи, на втором месте 278 тысяч, это Infinix, и на третьем месте Tecno. Если сравнение было интересным, поставьте лайк и поддержите это видео. Всем пока!